Применив совершенно новый метод расчета, который является более точным, чем предыдущий, ученые подсчитали массу сотен скоплений галактик. И в ходе этого подсчета было установлено, что вся наша материя составляет менее трети всего содержимого нашей Вселенной. Материя ⁇ это редкость во Вселенной. Все, что мы можем с вами увидеть своими глазами, это лишь очень малая часть того, что расположено в космическом пространстве. Еще по предыдущим приблизительным подсчетам было установлено, что примерное соотношение между массой и энергией в космосе находится в соотношении 32,68 и даже в этой меньшей доли, так называемая темная материя, занимает большую часть. Так что обычной материи во Вселенной оказывается всего порядка 5% и не более. Уточненные данные по новому расчету. Новый расчет был произведен в Риверсайде совместно с Калифорнийским университетом. Так, согласно последним подсчетам, материя составляет 31,5% от общего содержимого нашей Вселенной. Оставшиеся 68,5% занимает темная энергия, природу и суть, которой ученые Земли просто-напросто не понимают. Для того, чтобы представить масштабы пустоты, представьте, что весь этот объем в 31,5% размазали по всей Вселенной равномерно. Так вот при таком раскладе в одном кубическом метре содержалось не более шести атомов водорода. Но мы с вами помним, что из этого объема в 31,5% до 805 занимает темная материя, так что большая часть наших размазанных атомов состоят вовсе не из водорода, а из типа материи, которую ученые так и не поняли еще. Как получилось подсчитать массу вещества для того, чтобы выполнить такой точный подсчет, ученые разработали и применили новый подход, названный Колвейт, который позволил им измерить массу скопления галактик, измеряя их орбиты. Был произведен расчет для 756 скоплений из данных слон Digital Sky Servery. Затем полученные данные будут сравниваться с результатами моделирования формирования галактик. Эти симуляции стартуют при разных начальных параметрах содержания вещества. Так вот, наблюдая наиболее подходящие к реальным условиям симуляции и показывают, каково реальное содержание материи во Вселенной. Конечно, для обычных людей эта информация навряд ли имеет большую ценность, а вот для ученых это будет иметь большое значение. Так как понимание точного количества материи может приблизить научный мир к разгадке такого феномена, как темная материя. Понравилась статья, тогда ставим палец вверх и подписываемся. Спасибо за ваше внимание.